Телерадиокомпания «Кунгур» совместно с компанией «Стройпанелькомплект» и сетью магазинов «Золото Люкс» представляют информационную программу «Город новостей». Здравствуйте, это «Город новостей», в студии Игорь Конюшков. Последние события из жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Собачья угроза. Оттащил ее еле-еле, там полтора метра, не знаю, били ее. Огромнейшие собаки две. По статистике, 2-3 раза в год кунгурские врачи на выездах подвергаются нападениям собак. Прерванные раскопки. Двое суток без воды, день без света, без еды. Ликвидация аварии на улице Крупская приостановлена, но вода в домах появилась. Финальные поражения. Кунгурские хоккеисты завершили первенство Пермского края по хоккею. Последние спортивные события в рубрике «На старт». Далее обо всем с подробностями. Нападение на врача. Сегодня во время вызова к больному ребенку на педиатра напала собака. Руководство детской поликлиники утверждает, такие случаи в Кунгуре не редкость. Подобные нападения происходят в среднем 2-3 раза в год. С пострадавшим врачом и хозяйкой собаки встретился наш корреспондент Марат Борисов. За спиной может попасть вирус бешенства, поэтому нам надо будет, помимо того, что решать вопрос о столбнячной прививке, надо будет еще решать вопрос о том, нужно или нет будет делать антирабическую. Врачу-педиатру Наталье Фефеловой оказывают первую помощь. В ее жизни это первый случай нападения собаки. Причем произошло все не на улице, а в доме пациента, в тот момент, когда Наталья попыталась осмотреть больного мальчика. Когда мама его взяла на ручки, я его стала смотреть, он заплакал. Ну и все, и собака среагировала. То есть собака-то подумала, как защитить, да, получается? Да. Ребенок ревет, я реву в стороне. Закрыть она их не может, оттащил ее еле-еле, там полтора метра, не знаю, длины ее, огромнейшие собаки две. Главный врач детской поликлиники Марина Шишмакова вспоминает, подобные случаи за время ее работы случались не раз. В среднем собаки на врачей нападают 2-3 раза в год. Бывали даже случаи, когда ее подчиненные были вынуждены уйти на больничный. Проблема-то в том, что когда приходит доктор, убирали, закрывали собак. Больше-то ведь в принципе ничего нет. Мы же тоже любим животных. Почему собака оказалась рядом с врачом? Хозяйка собаки свою вину не отрицает. Сама удивлена. Пес породы русский черный терьер обучен и выдрессирован. Хозяйка говорит, нападение на человека произошло впервые. Конечно, ситуация очень плохая, очень некрасивая. Тем более, если это будет показано на всю общественность. Мы извинения принесли. И теперь, сегодня же вот я буквально позвонила в ветклинику, заказала клетку, чтобы, если будут приходить чужие люди домой, собака будет содержаться в клетке. Врач-педиатр Ольга Бабкова однажды тоже пострадала от укуса собаки. Ситуация была схожа с сегодняшним инцидентом, но ей повезло меньше. Около месяца она провела на больничном. Когда ты подшел, когда ты ребенка ихнего смотришь, когда ты делаешь им полезную вещь, ты лечишь их ребенка на дому, тебя пригласили, и проявлять такое неуважение к доктору, что элементарно не убрать и не закрыть своего домашнего животного, который может принести вред доктору, я не знаю, это просто неуважение к человеку. Тогда история с укусом для Ольги закончилась больничным и обращением в полицию. Пострадавшая сегодня педиатр Наталья Фефелова обращаться в органы не намерена. Отошла, признается женщина. Тем не менее, она сейчас твердо знает, если собака не изолирована, в дом она больше не зайдет. Постоянно приходишь, и что на привязи они достают вот так вот. Идите, проходите, она до вас не достанет. Идешь вот так вот по забору, спрашивается. Зачем доктора вызвали? Для чего он уходит? Вообще непонятно. Марат Борисов, Вячеслав Алексеев, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Работы по ликвидации аварии на водопроводе на улице Крупской приостановлены. Вода в многоэтажках, тем не менее, появилась. Напомню, авария на водоводе произошла в субботу. На время раскопок была отключена электроэнергия, что еще больше осложнило жизнь людям. Вчера сделали временку уже часа 4, полпятого. Двое суток без воды. День без света, без еды. У нас электроплиты стоят. Вот и вся беда.
Вода появилась в обоих домах вчера вечером. Проблему решили просто. От колодца до дома протянули временный пластиковый трубопровод, накрыв его для надежности снегом. В связи с проблемами по раскопкам и в связи с тем, что кабель, который по сути никто не знает, где прокладывали. Мы пока приостановили устранение утечки на основной линии. У нас все с водой. Мы бросили временную линию. Работы приостановлены в связи с тем, что работники водоканала боятся повредить при раскопках электрокабель. Где точно он проходит, установить не удалось. Говорят, что при передаче домов от одного ведомства другому схема была утеряна. Учитывая морозы и глубину промерзшего грунта, можно предположить, что пользоваться временным водопроводом жителям придется до наступления тепла. Пока основные работы не ведутся, идет ликвидация последствий аварии. С утра бригада рабочих убирает лед с проезжей части. Как проводить зиму? В эти не по-весеннему суровые мартовские дни Кунгур готовится встретить Масленицу и проводить русскую зиму. Сегодня в администрации города собрался комитет по организации праздничного действа. Традиционно масленичное гуляние состоится на Соборной площади и пройдет 17 марта. Это будет одно из первых массовых мероприятий, посвященных 350-летию Кунгура. Впервые народу будут представлены две новые ростовые куклы – купец и купчиха. За творческую составляющую отвечает Дворец культуры машиностроителей. Сегодня он немного приоткрыл занавес будущего гуляния. Сам сценарий построен на развитии событий самой масленичной недели, будут обозначаться блоками каждый масленичный день. Гулять народ будет не только на площади, но и в городском парке. Там пройдут интерактивные спортивные игры. Появится традиционный столб, организованы детские забавы и хороводы. А вот от качелей, которые так полюбились детям, в этом году в целях безопасности решили отказаться. В центре площади будет установлено 5-метровое чучело масленицы. Наряжать его будут дети, а сопровождать все действо будет миниатюрная копия на сцене. Гуляние продлится 5 часов. На кондитерскую фирму «Софья» завели уголовное дело по факту массового отравления жителей Прикамья некачественными кондитерскими изделиями. По сообщению краевой прокуратуры, проверка показала, что в период с 16 по 20 февраля сотрудники кондитерской «Софья» нарушили технологию приготовления кондитерских изделий. Кроме того, региональный Роспотребнадзор выявил на предприятии грубые нарушения санитарно-гигиенического режима. При проведении лабораторных исследований продукции из товаров выделены сальмонеллы. В общей сложности пострадало около 100 жителей края. Семеро кунгуряков, которые также отравились тортами, сейчас лечатся дома. Руководству фирмы производителя придется ответить по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», что относится к категории преступлений небольшой тяжести. Далее блок рекламы, а после вы увидите. Откуда берется начало этого беспредела, догадаться нетрудно. К этому месту вытоптана тропка. Где живем, там и гадим. Почему жители улицы Октябрьской превратили улицу в помойку? Рубрика «Мелочи жизни». Новый взгляд на старую сказку. Мы в театре не играем в театр. Мы играем в правду жизни. В Народном театре молодежи премьера сказки про Золушку. Финальное поражение. Кунгурские хоккеисты завершили первенство Пермского края по хоккею. Последнее спортивное событие в рубрике «На старт». Впервые в Кунгуре вечер юмора Игоря Христенко. 14 марта в ДК «Мечта». Начало в 19 часов. Давай скорее, опаздываем. Ну скоро. Готово. В корпорации «Центр» к празднику готовы. 2000 моделей бытовой электроники по закупочным ценам. С 25 февраля по 8 марта. А уборка? Сами справимся. Уважаемые пенсионеры, Восточный экспресс-банк предлагает кредиты для вас по специальной цене. Мы рядом. Воплощай свои мечты. Всегда прекрасной будь, любимой. Теперь ты в центре, только ты. Ведь ты достойна быть счастливой. До 10 марта тушь L'Oréal Телескопик эффект накладных ресниц всего 249 рублей. Нежностью оптима.
Это завораживает. Это притягивает взгляды. Это вызывает желание. И этим хочется обладать. Новые ювелирные коллекции в сети «Золото Люкс». Праздничные скидки до 20%. «Золото Люкс». Любите сердцем, дарите с душой. ЗАО «Ферром» – дочернее предприятие крупнейшего в России магнитогорского металлургического комбината. Современное, высокотехнологичное производство. Мы занимаем лидирующие позиции в Пермском крае по объемам заготовки, отгрузки лома и отходов черных металлов. Производственные участки находятся в 10 городах Пермского края. Промышленные площадки, современная погрузочная техника. ЗАО «Ферром», город Кунгур, микрорайон 29, поселок Кирпичного завода 2. Телефон 8902-40. Максим 66-607. Искушение. Отдел интерьерных подарков на любой вкус и на все случаи жизни. Лучший способ избавиться от искушения – это поддаться ему. Искушение. Отделы лучших подарков для любимых. Уже целых 8 лет мы несем в ваш дом тепло и уют. За это время мы получили более 18 тысяч заказов. Мы завоевали доверие наших клиентов, потому что изменили их жизнь к лучшему. «Домстрой» – профессионал на рынке металлопластиковых окон. Срок изготовления от 3 до 5 дней. Улица Пугачева, 34, телефон 220-06. А тех, кого мы видим на улицах города, но проходим мимо и не знаем, кто они. Каждую пятницу в рубрике «Лица» после программы «Открытый диалог». Это «Город новостей». Продолжим выпуск. Канализация под открытым небом. Как в век информационных технологий жильцы улицы Октябрьской решают проблему бытовых отходов в рубрике «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Внимание! Акция! С 1 февраля по 8 марта пятикамерный профиль по цене 4750 рублей. Микропроветривание в подарок. Некоторые вещи, которые мы показываем, не меняются с годами. Например, сейчас мы находимся на улице Октябрьской. И то, что вы сейчас видели, не что иное, как жидкие бытовые отходы, а также человеческие испражнения. Вообще некрасиво смотрится. Всю природу портит. Откуда берется начало этого беспредела, догадаться нетрудно. К этому месту вытоптана тропка. И что самое неприятное, мелочь остается неизменной и безнаказанной. На тополе. Что растет на улице Степана Разина, можно видеть вот такое вот вырубленное кольцо. Знатоки знают, что делается это для того, чтобы дерево как можно скорее высохло. Начнет падать. Упадет и прямо на забор, а если там пойдет какая-нибудь бабушка, и бабушка убьет. Все. Для меня остается непонятным вот какой вопрос. Тополь само по себе дерево хрупкое и опасное. И после того, как оно окончательно высохнет, куда начнет падать его ствол? А значит, мелочь эта непродуманная. Мы хотели закончить наш выпуск на ноте позитивной, но у нас этого не получилось. Оказавшись возле дома, по улице Пугачева, мы увидели вот эти огромные сосульки. Дело в том, что находятся они прямо над тротуаром. Ну как? Кто в городе за это отвечает? Плохо работают. Как видите, в этом месте ходят дети, ведь эта дорога ведет к первой школе. И это, на первый взгляд, может быть мелочь, может оказаться трагичной. А рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Натяжные потолки любых размеров и цветов от 350 рублей. Кафе «Пельменная», улица Ленина, 47. Бизнес-ланч 100 рублей. Любовь, волшебство и Шуберт. Сегодня театр молодежи представил кунгурскому зрителю новый спектакль. Сейчас он в самом разгаре. Наша съемочная группа все увидела раньше всех на генеральной репетиции. Денис Алферов делится впечатлениями. Жанр спектакля «Башмачки для Золушки» определен как сказочное действие. И это не случайно. На сцене разворачивается настоящее волшебство. Старая мельница творит чудеса. Добрые феи выполняют любое, даже самое заветное желание.
На сей раз сложная работа в том, что музыка знаменитого Франца Шуберта. Мы этой музыкой живем. Музыкой наполнена атмосфера нашего спектакля. Мы в театре не играем в театр. Мы играем в правду жизни. История повествует о любви простой девушки и прекрасного принца. Юные актеры перевоплотились в героев любимой сказки, но играть полюбившихся персонажей оказалось не только интересно, но и сложно. Образ принца – это молодой человек, который пытается найти себе девушку, настоящую девушку, которая полюбит его. Полюбит его, а не его деньги и место в обществе. Сложность в этом образе, лично для меня, это пение. Хрустальные башмачки, роскошное платье и золотая карета превратили скромную девушку в прекрасную принцессу. Золушка едет на бал, который изменит всю ее жизнь. Там она встретит любовь. Золушка – это девушка, которой я восхищалась с раннего возраста. Это мой любимый герой, и я играю этого любимого героя. Конечно же, это впечатления такие большие, их просто не сказать словами. Спектакль, говорят в театре, будет идти до тех пор, пока будет интересен зрителю. Поэтому увидеть простую историю о счастливой любви сможет каждый. Денис Лахлёров, Вячеслав Алексеев, Галина Криклифцева, телекомпания «Кунгур». Сейчас время спортивных новостей. Их представит Татьяна Андреева. Что было интересного за прошедшую неделю? Добрый вечер. Интересным было все, что было. По сложившейся традиции, кунгурские спортсмены оказались намного удачливее в футболе, чем в хоккее. Но начнем с ветеранов. В минувшие выходные на лыжной базе «Снежинка» состоялось первенство города по лыжным гонкам среди спортсменов среднего и пожилого возраста. 70 спортсменов в возрасте от 35 лет и старше вышли на лыжню, чтобы преодолеть дистанцию от 3 до 5 километров. Большая часть спортсменов, 52, мужчины. Лыжники соревновались в 11 возрастных группах. По итогам первенства лучшими в своих группах стали Екатерина Кобелева, Елена Трубинова, Людмила Аликина, Надежда Полякова, Валентина Кузнецова, Владимир Буленков, Андрей Каменских, Рафаил Хасанов, Анатолий Поляков, Владимир Рожков и Юрий Агафонов. В Кунгуре прошел второй тур чемпионата Пермского края по волейболу среди мужских команд. На соревнования краевого значения заявились 5 команд из Осы, Косы, Краснокамска, Карагая и Кунгура. Наши волейболисты показали неплохой результат. Со счетом 3-0 выиграли у Осы, со счетом 3-1 одержали победу над Карагаем. А вот команде Коса наши спортсмены 1 очко проиграли. Наши хоккеисты завершили чемпионат Пермского края по хоккею. В минувшие выходные сразу 2 кунгурские команды потерпели поражение в последних играх этого сезона. Ермак проиграл бумажнику из Соликамска 3-6, а прогресс уступил пермской команде Прикамье со счетом 4-5. Итоговых результатов пока нет. Игры первенства продолжаются. В мини-футболе кунгурские спортсмены более удачливы. В зимнем первенстве города по мини-футболу определились финалисты. Это 4 команды из 20. 9 марта в схватке сойдутся «Заря» и «Турбобур», «Уралец» и «Локомотив». По итогам матчей определятся команды, которые 10 марта разыграют бронзу. О спорте на сегодня все. Что произойдет в следующие 7 дней, расскажем ровно через неделю. Это была Татьяна Андреева и рубрика «На старт». Морозы не сдаются. По информации Пермского гидрометцентра, ночью 6 марта в Пермском крае ожидается понижение температуры воздуха до 34, местами до 40 градусов. Возможны обрывы линии электропередач и возникновение аварий на объектах ЖКХ. МЧС рекомендует жителям быть особо осторожными и внимательными при использовании электронагревательных приборов, газовых приборов и печного отопления. Не перекаливайте печи и не перегружайте электросеть. Во избежание переохлаждения или обморожения по возможности воздержитесь от длительного пребывания на улице и поездок на личном автотранспорте. Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните нам. Наш телефон 23413 или оставляйте на сайте www.trkkungur.ru. Всего доброго. До свидания. Мост, который строится через реку Ирень, это событие, которое все ждут, надеются, и что много будет для автомобилистов положительных эмоций в том плане, что
На самом деле это глобальное строительство, которое радует, думаю, что всех кунгуряков. Мне запомнилась наша небесная ярмарка, проходившая в позатом году. То есть, потому что там выступало очень много знаменитостей, которых я раньше не видела. Я здесь родилась, вся жизнь моя проходит здесь, здесь мои дети родились. Здесь я встретилась с любимым человеком, которому очень благодарна, что он есть у меня. В общем, самое главное для меня место – это мой город Кунгур. Без него я не мыслю вообще жизни. Марта. ДК «Мечта». Выставка «Меха. Город Киров» предлагает богатый выбор шуб всех размеров. Не упустите! Скидка на все шубы 20%. Воплощай свои мечты. Всегда прекрасной будь, любимой. Теперь ты в центре, только ты. Ведь ты достойна быть счастливой. До 10 марта тушь L'Oréal Телескопик эффект накладных ресниц всего 249 рублей. С нежностью оптима. 8 марта состоится открытие нового магазина «Добрый кот». Для вас огромная коллекция постельного белья разных ценовых категорий. Всем покупателям полезные подарки. «Добрый кот» – самые добрые цены. Улица Гоголя, 11, магазин «Семья», цокольный этаж. Весеннее обновление в салоне кожи и меха «Империя». Большой выбор кожаных курток производства Турция, а также меховых безрукавок. Беспроцентная рассрочка до 3 месяцев. На модели прошлого сезона скидки до 50%. Салон кожи и меха «Империя». Торговый центр «Ирень». Первый этаж. Выбрали все лучшее, сделали еще выгоднее. Новая рассрочка по сниженным ценам. Корпорации «Центр» забирай бытовую электронику на 28 месяцев. Получай суперскидку 10%. Взнос еще доступнее, рассрочка еще дешевле. Успей оформить в марте. Такого еще не было. Восточный экспресс-банк поздравляет с наступлением весны и объявляет распродажу кредитов по специальной цене с 11 по 17 марта. Последние спортивные события Кунгура в рубрике «На старт» каждый вторник в программе «Город новостей». Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин «Центра Строй». Внимание! Грандиозная распродажа ламината со скидкой до 20%. Прогноз погоды представляет негосударственный пенсионный фонд «Стратегия». Фонд с 20-летней историей. Какой бы ни была погода за окном, в наших квартирах всегда тепло и уютно. Квартиры в новом доме по улице Свободы, 130. В среду 6 марта в Кунгуре ожидается ясно, без осадков. Температура воздуха ночью минус 25, днем ожидается до 14 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Генеральный спонсор рубрики «Если завтра ремонт» – компания «Сарко». Телефон 399-87. Они разводятся на воде и сочетают в себе лучшие свойства акриловых и силикатных красок. При этом они взяли от своих родственников только самые лучшие. Их имя – силиконоэмульсионные краски. Всем здравствуйте, с вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Сегодня поговорим о силиконоэмульсионной краске. Паропроницаемость у силиконоэмульсионных красок почти так же высока, как у силикатных. И вдобавок они не поддерживают развитие микроорганизмов. Кремнеорганическая смола, которая находится в основе краски, после высыхания краски выглядит как природный материал. В этом для химиков нет ничего странного. Ее минеральная субструктура родственна натуральному кварцу. И в то же время эта красивая, однородная матовая поверхность образует водонепроницаемую пленку.
Мало того, по заявлению производителей, структура пленки обладает, если можно так сказать, способностью к самоочищаемости, так называемый эффект лотоса. Что такое эффект лотоса? Давно подмечен феномен. Листья лотоса никогда не намокают. Капли воды скатываются с листа, увлекая за собой оказавшиеся на пути инородные частички. Происходит это потому, что поверхность листьев из-за особого строения является несмачиваемой. В результате капельки воды и частички мокрой грязи на ней не задерживаются. Как уверяет производитель фасадной силиконовой краски, этот эффект положен в основу и ее способности к самоочищению. На этом заканчиваем познавательную страничку и идем дальше. Эти материалы подходят практически для всех типов минеральных поверхностей. С их помощью можно перекрашивать основания, ранее покрытые как минеральными, так и акриловыми красками. И еще одно достоинство – высокая эластичность. Так же, как акриловые, эти краски не агрессивные. Работа с ними требует соблюдения самых элементарных мер безопасности. То есть скафандр и работать на расстоянии 2-3 метра – шучу, конечно, перчаток будет достаточно. По мнению специалистов, силикон эмульсионные краски обладают оптимальными декоративными и эксплуатационными свойствами. Их существенным недостатком является высокая стоимость, что в настоящее время ограничивает их распространение. Это была программа «Если завтра ремонт» и Дмитрий Язов. Удачного вам ремонта! Рекламный партнер рубрики «Если завтра ремонт» – надежная компания «Уралстройсервис». Опыт работы 13 лет, предусмотрены сезонные скидки. Продается деревянный дом 64 квадратных метра с землей 5 соток, район 37-го магазина. Телефон 367-56. Продается летняя резина в хорошем состоянии 205-65-15. Телефон 8-952-330-75-00. Подшивалова Оксана, которой срочно требовалась помощь по пересадке почек, в данный момент находится в Москве. Операция прошла успешно, собранных средств хватило. Оксана и ее родные благодарят за финансовую и моральную поддержку всех, кто не остался равнодушным. Дворец культуры «Мечта» примет на работу культорганизатора, заведующего культурно-массовым отделом, заведующего детским сектором. Справки по телефону 230-35. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. МВД напоминает, мошенники идут на любые хитрости, чтобы выманить деньги. Они шлют сообщения о выигрыше или звонят, что родственники попали в беду. Под любым предлогом пытаются проникнуть в дом. Будь бдителен, не дай себя обмануть. Безопасность ребенка – лучший подарок на Новый год. Ребенок в машине должен быть в автокресле.